Доброго времени суток, дорогие друзья. Вы смотрите «Войну за кольцо», за эльфов против всех. И сегодня мы попытаемся зачистить как можно больше территорий. Начнем, пожалуй, с наименее интересного сражения против Дайна, который нам придется провести в реальном времени, иначе мы проиграем. Это может быть весьма сложной задачей на самом деле, потому что мне нужны копейщики, у меня неплохое количество войск в начале, но у меня нет предела населения. Я даже, пожалуй, сохранюсь на всякий случай, так как если я здесь территорию потеряю, то это будет фиаско. То есть, ну, в плане какой-то сложности или что-то типа того, этого не будет, то есть я все равно могу территории отбить, просто это будет куча лишней беготни, и я думаю, что вам будет неинтересно. Поэтому мы это сохраним. Сейчас попробуем взять повозки нахрапом, надеяться, что бот затупит. Все готовы к битве. Не теряйте... Все-таки у нас есть броня, как минимум. А если этого не случится, тогда загрузимся и попытаемся сыграть от дефа, то есть построим статую и затем будем штамповать малорны ради предела населения. Вот и повозки, собственно. К счастью, бот действительно затупил. Но сложно как-то. Очень туго они сносят ее. Конечно, апгрейда оружия у нас нет, поэтому урон не очень большой. Но в целом, ладно. Мы затащили. Потери сравнительно небольшие. Кстати, между прочим, раз такое дело, почему бы не сделать апгрейд оружия? Еще предстоит убить два отряда дейловцев, что в принципе не должно быть сложно. Но мы уже несем потери так-то, да. Сразу начнем отстраивать войска. Видим, что они загрелись на какой-то дальний отряд, поэтому можно их убить легко. А вот и рабочий. Да ладно тебе, блин. Отлично. Бежали отсюда подальше. Не теряйте бдительности. Проверьте луки. Тише. Все готовы к битве. Им здесь не место. Сносим здание. Что прикажете? Уже иду. Готовьте инструменты. Еще одну казарму. Копейщиков просто на всякий случай построим. Блин, что-то пошло не так. Избавляемся от дейловцев в таком случае. Ну, отлично, с мечами все пойдет куда быстрее. И проще тоже. Так-то. Но я не успею. Да, я не успею его убить. И он строит крепость. Это очень плохо. За эльфов Мидгарда!
Пора за работу. Время строить. Эльфы, будьте готовы. Эльфы, сюда. Тише. Это просто ужасно. И у меня нет выбора, мне придется сражаться с его войсками. Ждем врага. Защитим наши леса. Ну давай, давай. Работа закончена. У нас новая броня. Принять мечи Лориана. Не теряйте бдительности. Будем бдительны. Ждем врага. За мной, если есть. Убегаем. Тише. Зараза, нет. Быстрее. У нас сейчас земля будет. Ждем врага. Они снова атакуют. Защитим наш дом. О, ужас. Защитим наш дом. О, ужас. Откуда он грейды уже заполучил? Кстати, действительно, откуда, блин, он грейды заполучил-то, а? Читак. Чертов. Дела плохи. Ждем врага. Проверьте луки. Ждем врага. Дела, черт возьми, очень плохи, ребят. Где будем строить? У меня недостаточно экономики. Здесь плохая земля. На нас напали. Готовьте инструменты. У меня недостаточно вообще всего. Идем сюда. Все готовы к битве. Оружию. Проверьте луки. Ждем врага. Проверьте луки. Все готовы к битве. Эльфы, будьте готовы. Убирайся в наружь, который выполз. Защитим наш дом. Отходим. Защитим наши леса. Блин, это три отряда. Нам бьют издалека. Прикольно. Защитим наши леса. Тревога! Защитим наш дом. Так, пусть эти пока что дерутся. Все готовы к битве. А эти воскрешаются. Защитим наш дом. На битву! Ждем врага. Сделаем такой вариант. Такой вариант. И такой вариант. Эльфы, будьте готовы. За мной. Вот так вот. Не буду ничего говорить по этому поводу. Просто промолчу. Блин, повозка. Вот как будто у меня было мало проблем. Ну, хоть с оружием быстро ее сносим, но... В огне тусоваться не, как-то не в кайф. О нет, они застряли. Проверьте луки. Защитим наши леса. Защитим наш дом. Так не хочется лучников строить. Не теряйте бдительность. Ну, пожалуй, придется. Проверьте луки. Все готовы к битве. Да, придется мир куда в себе сделать. Здесь нас никто не заметит. Так, окей. Это по максимуму уже. Эльфы, будьте готовы. Хорошо, что нас лес, наш лес, пардон, еще не иссяк. Ну, кстати, у нас более-менее годная экономика. Херлит так медленно. Бабосы качаются. Нужно отступить. О, нет. Они застряли. Всем сердцем ненавижу вот это вот застревание в 2.02. Если бы не оно, я бы, наверное, даже играл бы в 2.02. В целом он мне нравится. Только застревание бесит. Эх.
Блин, он воскресил героя. И это плохо, теперь лидерка есть. Так, значит, нам нужны лучники. Обычные. Мирквуды пока что не по карману, скажем так. Нам тоже нужна лидерка в таком случае. Отдадим пару малорнов врагу. Построим здесь статую. Сейчас лес будет. Проживем какое-то время, надеюсь. В лесу под статуей. Звучит романтически, кстати. Довольно-таки. Нет, не проживем. Так-то. Блин, ну куда ты побежал? Минус вся пачка. Черт. Ребята, это поражение. Кто бы мог подумать? Да, это поражение, я просел. Вы не туда залез. Давайте загрузимся. И сыграем по-другому. А как же мы можем сыграть-то? Ну, в целом, мы повозки практически без потерь слили. То есть мы все же идем в атаку. Ну, а теперь наша цель снести повозки Дайна. Повозки и Дайна, в смысле, оговорился. И затем выцепить рабочих. То есть мы игнорируем все и бегаем, только сносим рабочих. Если не дадим противнику построить крепость, все будет замечательно. Ну и, конечно же, еще одна проблемка. Так, стоим здесь. И эта проблемка — армия. Сделаем в таком случае кучу лучников. Ок, повезло, между прочим. Ну куда? Не в огонь, не в огонь. Не застревайте, пацаны. Кстати, в этот раз действительно выгоднее. Нас никто не обстреливает. И повозки разделились. Замечательно, бьем в спину ее. Мы еще заберем баблосы от гоблинов. Они нам действительно не помешают сейчас. Где пещерный тролль? А, понял. Блин. Или у него были эти челики с грейдами? Стоп, 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 стоп. Это слишком больно. Чтобы можно было игнорировать. А, он переагрился. Умный, зараза. Умный. Так, штампанем экономику. Мне кажется, вот моя ошибка была в том, в прошлый раз, что я сразу казарму построил, начал штамповать войска. У меня быстро деньги закончились. Я сейчас сделаю грейд. Отправим этот отряд только. Грейд сделаю, чтобы быстрее сносить здание. И только теперь построю казарму. О, боже мой. Ладно, деремся, деремся. Я надеюсь, нам теперь урона хватит, чтобы снести ему быстро казармы. И в итоге все как-то по-другому, смотрите, сложилось. Вот теперь уже его игнорируем. Сносим одну казарму, затем вторую. Ну и так далее. В таком случае я еще и броню сделаю. Так, рабочие скоро вернутся. Пусть там себе строят здание без проблем.
Им надо будет вот эти вот здания восстановить, так что мы их просто подождем. Да блин, фаланги забаговались. Ты серьезно? Что за фигня? Почему так часто баги какие-то проскальзывают? Грусть и печаль. Нужно, чтобы они с места сдвинулись. Не с рабочей. Еще не прошел баг. Да блин, ну это бред какой-то, алло. Пора строить. Да, не... Баг не прошел. Убейте его. Замечательно. Без понятия, от чего это? Из-за того, что они вышли, когда я снес здание или что? Я не могу их убить из-за этого. Хотя мы все равно выиграем, потому что тут рабочий последний остается. Он сейчас достроит вышку, и мы его подкрысим. Но все же бесит. Так, куда делись? Я их убил. Рост, посмотрите. О, разбаговались! Наконец-то. Давай. Стой. Победа. Давай, скотина. Победа. Что-то как-то слабовато. Есть. Было потно, кстати. Итого, а у этих не успела броня сделаться. У нас было 4 отряда, если я не ошибаюсь. Нет, 6 было отрядов. Теперь у нас 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы в плюсе на один отряд, но... А, эти только вышли в конце, они без брони. Ну, в целом, ну ладно, ситуация немного лучше, чем была до этого. Там клинков не было у них. Вот, теперь будут. Кстати, я только заметил, вы посмотрите на эту пачку. Два отряда пиратов, два отряда лучников, два отряда конницы, горный тролль, барабанщик, еще и два отряда копейщиков. То есть мы просто так это не заберем, при том, что это крепость, придется пободаться. Ну, здесь легко, думаю. Правда, я не знаю, как это с авторазменом оно получится. Так, и у нас остается еще вот это вот. Это должно быть интересно. Как обычно, два энта, один разлив лошадей, ну вы поняли, как эта штука называется-то, флутгейт, потопные врата, в общем, да, или же допотопные врата, врата, бадумц. Офигенная шутка, я считаю. Нет. Вот теперь мы вышку построим, чтобы Мирквы себя нормально чувствовали. Грейды у нас тут все есть. Все прям шикарно. Экономики. Наша цель либо Мирквудов наштамповать, либо... либо Налдор наштамповать, в принципе. Да и все. Не отдадим.
Вот один. Я думаю, мы легко задефаемся. Мне... Единственное, что мне не хочется делать грейд крепости. Как по мне, это лишняя трата ресурсов просто. Поэтому будем без него. Вообще, кстати, чисто теоретически, даже не надо было энтов делать. Много вышек этого достаточно должно быть. Да, давайте на Алдор. Нам спешить некуда, потому что мы бота никак не можем снести сейчас. При всем желании вообще даже. Кстати, КЧ рипнется просто от крепости. В тупую. 200 IQ. Ну, хотя моих жидких лошадей слил. Зараза. Нет, не будем их восстанавливать пока что. Здесь гоблины. Да. Блин, там копья, конечно же. Ну, разумеется. Даже без копейщиков. Построим здесь малорн. Как бы намекая боту, ты можешь атаковать. Го! Главное не напороться на его копейщиков. Блин, как же хорошо, что я здесь отряд конницы оставил. Они пусть без грейдов, без ничего, но... Какие же они полезные, черт возьми. Враг близко. О, работяга. Замечательно. Меньше проблем. Мы ждем приказ. Скачите на врага! Хорошо. Чекнем, чем он там занят. А, он занят сливом. Боже, какой хороший бот. Это самый удобный бот, которого я видел в этой игре. Если вы понимаете, о чем я говорю. Следите за флангами. На один из малых напали. Не теряйте бдительность. Так, ну мир кудов можно вытащить сюда тоже. Так, шекели. Наши копья оградят мир от беды. Мы поможем вам. Мы готовы к сражению. Копья, что ли, призвал? Ух ты. Окей. Умно. Но, к сожалению, они ему не помогут. Давайте восстановим. И поедем обратно пеньки захватывать. Ну, а здесь по стариночке двигаемся медленно к его базе. Пока он там восстанавливает себе войска. Может, крепость строит. Бедняга даже не успел призвать. О, уже загрейдил казарму. Ничего себе. Это грустно на самом деле. Если он крепость построит, то партия затянется где-то на минут 20. Никого не щадить. Мне же еще мир куда вгрейдить. Ну, в целом, это на руку мне. Я потом перекину войска частично в Долгулдур. Вы за что? Готовьте инструменты. Люблю свою работу. Не дремать, все под деревья. Ломайте. Крепость строит, блин.
построю энтмут тогда. Показалось? Показалось. Я думал, там рабочий. Слушаю. Прекрасное место. Проверьте луки. Никто не уйдет живы. Небо потемнеет, застрял. Эльфы, будьте говорят. Луки! Постройка в наших. Прячься. Им с нами не справиться. Плотнее строй. Ай. Ладно. Будьте начеку. Работа закончена. Не отступать. Задолбал. Мерзкие орки, вы заплатите за гибель лесов. Плотнее строй. Даже так. Но не застревайте вы, господи. Замечательно. Спасли. Все-таки четвертый уровень Мирфудов. Как-то жаль. Прям очень жаль. А, нет смены планов. Давайте кузницу. А то мы так не успеем. Энтов. Сюда. Кто там сносит-то? В смысле, захватывает. Мы проиграем против них. О, да. Валим отсюда. Один отряд Миркудов отправим сюда. Я, в принципе, могу себе позволить потерять конницу, но будет грустно, если он кузницу мне снесет. Небо потемнеет, отстрел. Проверьте луки. Цель здесь точнее. Приближается враг. Вижу цель. Пора за работу. Где будем строить? Блин, он свалил. Прекрасное место. Враги страшатся наших стрел. Ну ладно. Я думал просто армию укрепить получше. Плотнее строй. Ну и так тоже прокатит. Враг повержен. В смысле, где мы там что-то потеряли? А, вот это, понятно. Окей. Вот еще вот это нужно. Да, возвращаемся. Я забью на Карндум. Пусть перехватывает зеленые. Забираем себе зеленые земли все. Так, дальше. Здесь у нас все замечательно. Здесь у нас все не замечательно. Нужно разделиться. Я один отряд сюда перекину. Хотя в целом, я думаю, что я легко могу задефаться даже двумя отрядами Нолдор с Энтом. В таком случае давайте-ка... Блин, жаль, что сюда нельзя перекинуть. Ну да ладно. Давайте Миркудов. Блин, тут территория такая говёная. Возвращайся обратно к себе в деревню. Нет, не влезает. Серьезно, что ли? Вот так сделаем. Потому что летающий КЧ, ну он скорее всего сюда нападет. И ну что поделаешь, по-другому не получится. Либо вообще сюда нападет. Ну, кстати, давайте-ка мы перебросим.
Также легче будет дефаться, если я переброшу вот эти вот отряды сюда. Да, так легче будет дефаться, потому что у нас в начале будет меньше предела населения, и мы быстрее сможем выйти в лучников. Вот. Так, теперь здесь нам ничего не нужно. Правда, он может у меня отжать. Блин, вот этот как бельмо на глазу, этот Дайн, скотина. Ну, пофиг. Главное, что это будет не зеленая территория, так что по барабану. Выводим зеленого из строя. Теперь сюда. Если три этих оболтуса нападут на Долгулдур, даже четыре, возможно, у меня будут проблемы. Пусть даже у них армии нет. Только повозка эта сраная. Значит, мы делаем такой вариант. Все Нолдор переезжают в Долгулдур, потому что здесь легко мирквудами дефаться. Тут я не могу никого перекинуть. Халдир с Легавазом попрут. Куда бы мне тебя перекинуть? Чего тут у него? Фаланги. Ну, мне бы не помешала еще одна крепость. Ее легко можно было бы дефать, так что пойдем туда. Желтого мы, конечно, не выведем из игры. Тут у него много всего. Еще. Да, он долго будет мучить меня. Красный разжился, но у него пустые территории. То есть это тоже не проблема. Что у нас остается? У нас остается Глор. Они его будут мучить. Так, Арвин. Что дать? Я просто задумался, а стоит ли вообще ее отдавать? Какова будет польза от нее? То есть у нас получается два отряда копейщиков, практически полностью прокачанный. Нет, не практически, он действительно полностью прокачанный. Пятый уровень отряд лучников, то есть я думаю, что они хороши. Три отряда Нолдор, Арвин. Ну, ну ок. Здесь достаточно сил, чтобы отбить любую атаку. Пошли сюда. Будем гнать их с наших земель. Пусть рассасываются по территориям. Тикс, 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 тикс. Ну все? Да? Да, го. Здесь территория напряженная. Ситуация, точнее. Так, нам нужно сохраниться, ребятки. Я хочу узнать при авторазмене, какие будут потери. Во-первых, здесь. Я чуть не вижу смысла здесь сражаться. Но армия вроде как бы большая. Что я потеряю? Походу, я много потеряю. Нет, ничего не потерял. А, один отряд потерян какой-то. Отряд Нолдор, кажись. Ну, ничего страшного. Прокатит. Теперь здесь. Мы должны здесь выиграть, в принципе. Да, окей. А вот это вот... Кочешка. Непонятно. Выигрываем. Замечательно. Кого-то потеряли. Фига себе, Мирквудов потеряли. Ну ладно, нормально. Пусть валят отсюда. Конечно же, Дайн шпиздил у нас территорию. Мразота. Так, теперь сюда. Тоже авторезолв. Да, тут у них нет шансов. И посмотрим на Изенгард. А, они не напали. Погодь. Через две территории, что ли? А, нет, нет, они сюда пошли. Так, ну, в принципе, тут все нормально, без потерь. Я думаю, тут мы тоже... Ну, погоди, как нажать-то?
На этой карте, кстати, нельзя сражаться. Она отсутствует и вылетает. Поэтому тут в любом случае надо авторезолв нажимать. Ну и да, всего один бот. А вот здесь я опять-таки сохранюсь. Лично меня крепость Долгулдур настолько уже задрала, что я готов любой ценой, лишь бы не сражаться. Хотя, конечно, Нолдор терять очень, очень обидно. Да ты шутишь. Серьезно. Придется сражаться, ребят. Придется. Не то. Давайте-ка мы еще здесь авторасчет сделаем. Ну, заодно посмотрим. Хотя здесь много войск. Нет, походу здесь сражаться надо будет. Ну, просто посмотрим, загрузимся потом. А нет, странно. Видимо, герой очень многого значит. Никого не потерял? Да, никого не потерял, шикарно. То есть у нас еще одна крепость теперь. Давайте быстренько с этими разберемся как-нибудь. Я надеюсь, что разберемся хотя бы. О, замечательно, обстрел есть. Очень круто. Начинаем засирать территорию на случай важных переговоров. Я надеюсь, что три отряда Нолдор легко затащат Дрогота. Кто там еще с ним придет? Войск-то у них нет. Мы ждем приказа. Сколько же здесь сигналок? Интересно, какой лимит на откат обилок? Чисто теоретически, если захватить все сигналки, насколько быстро обилки будут откатываться? Эльфы, будьте готовы. Надо будет как-нибудь с щитом попробовать это. Здесь пауки. Ладно, нам захватывать не нужно ничего. Нам не нужны обилки, нам надо только избавиться от Дрогота. А дальше мы можем кайтить до бесконечности вражеских героев. Кстати, рабочих бы убить. Блин, ну хоть одного убейте, чё. Красавцы. Эльфы сюда, эльфы туда. Пора за работу. Им с нами не справиться. Вы больше не сможете рубить деревья. Эльфы, будьте готовы. Блин, я боюсь слишком в тыл забегать к нему, чтобы меня дракон не накрыл. Надо избавиться от этой шахты, она мешает. Следите за врагом. Воина пока что не агрим. Мы будем стоять до последнего. Рабочий. Пусть отведают эльфийской стали. Замечательно. Вы больше не сможете рубить деревья. Держите оружие наготове. Перли полутролли. Враг совсем рядом. Оружие. Мерзкие орки, вы заплатите за гибель лесов. Ну-ка, стой. Не щадите их. Отбросим этих негодяев. Враги! Есть. Берегите стрелы. Удача. Эльфы, сюда. Где ж Дрогот? Время строить. Только прикрыл глаза. Мы не позволим вам осквернять наш лес. Не щадите их. Да, медленно, но я не хочу агрить никого, поэтому сносим медленно.
его здание. От гнома уже никакой угрозы не будет. Они не пройдут здесь. Построим побольше войск сейчас. В частности, Мирквудов. Сейчас здесь грейдилку поставлю. То есть кузницу. Вы заплатите за гибель лесов. Вы больше не сможете рубить деревья. Началась. И не позволю вам оскорблять наш лес. Атаку! Слушаю. Начинаем строительство. Что прикажете? Они не пройдут здесь. В битву! Быстрее бы. Все равно мало денег. Блин, какая же ущербная крепость Дол Гулдор. Я столько всего настроил, ни хрена не хватает. Столько уровней, столько всего. А по толку, если Изенгард с одной калиткой, собственно, хлипкой, без какой-либо нормальной защиты, там даже на стену, по сути, не вылезешь, потому что она низкая. И эта крепость намного более удобная в защите. Просто тусуешься возле врат, и все. И это победа. Ну как же так? Ну, второй уровень уже. Ну, ничего страшного. Мне кажется, я зря построил вторую казарму. Мне нереально не хватит бабла. Работа закончена. Иди сюда. Уже иду. Мы чернолесские лучники. Меняем позицию. Встать в строй. Ой, я пошутил. Мерзкие орки. Давай. Ну ладно, никто никого не слил, все хорошо. Берегите стрелы. Никого не щадить. Так. Пока без грейдов. Конечно же. О, господи. Конечно же, это дрогат. Конечно же. Враг совсем рядом. На один из малорнов напали. Вы больше не сможете рубить деревья. Мечи к бою. Ладно. Быстрее. Быстрее ветра. Я знаю путь. Пофиг уже. Защитим наш дом. Потому что я знаю, где дрогат. А Глоин не успеет добежать, даже если бы заагрился. Да стоп, чего? Я убил трех рабочих. Я в этом более чем уверен. Схерали? Он не проиграл. Блин, он не про... Почему он не проиграл? Алло. Несправедливо. Кайтим скотину. Да, строитель убит. Снова какой-то геморрой. Наконец-то. То есть, видимо, еще героя надо было убить. Я немного расстроен. Ну окей. Так, где-то курица. Снесли? Да, снесли, отлично. Так, пошли отбивать вот это вот. Делаем грейд. Второй отряд. Отличненько. Это не трогаем. Тут нам ничего не надо. О, господи, только не это. А, стоп, я забыл. У нас же Нолдор. Мы не боимся кавалерии. Ему, наверное, даже выгоднее кавалерию на лук переключить. Он так больше урона нанесет, чем если бы пытался давить. Вот такие дела. Ну-ну-ну.
защитить они не пройдут здесь. Вы больше не сможете рубить деревья. Плотнее строй. Снесли, да? Отлично. Мы улучшили плавильник. Так, мы улучшили плавильник, черт возьми. Идем дальше. Не привлекайте внимания. Мерзкий тролль. Следите за врагом. Ну, короче, не густ, конечно, но мы себе наварили два отряда. Берегите стрелы, эльфы, будьте готовы. Иди их крепость. Крепость построил. Ничего себе. Нехорошо. Мы будем стоять. Нехорошо, потому что мне по факту сносить ее нечем. Так еще и придется медленно-медленно все это ковырять. Стой. Пожалуйста, только не уворачивайся. Фига, они не сдохли. Может, догорят. Было бы хорошо, если бы сгорели. Да, сгорели. Отлично. Выведем Мордор из игры, будет замечательно. Берегите стрелы. Пусть отведают эльфийской стали. Внимание! Целься! Мы не позволим вам охренеть наш лес. Отходим. Защитим наш дом. Держите оружие наготове. Вперед, братья мои! Идите за врагу! Враг идет на штурм! Гоу-бау! Они не пройдут здесь. Мы будем стоять до последнего. Отбросим этих негодяев. Вы больше не сможете рубить деревья. Отлично. Держите оружие наготове. Битву! Я знаю путь. О, боже мой. За мной, лесные эльфы. Плотнее строй. Это что еще за дресня? У меня и так куча проблем. Они не пройдут здесь. Умри, пожалуйста. Нет. Вы больше не сможете рубить деревья. Враг совсем рядом. Не давайте ему отдыха. Берегите стрелы. Отбросим этих негодяев. Они не пройдут здесь. О боже. Не дремать. Вот они, смущаются. Готовьте инструмент. Вы больше не сможете рубить деревья. Пусть отведут эльфийской стали. Что-то я начал беспокоиться, причем очень сильно. Ребят. Не давайте им отдыха. Не вступайте в бой. Ладно, у нас до сих пор три отряда. Нужно мыслить позитивно. Или хотя бы более позитивно, чем я мыслю сейчас. Два отряда. Один потеряли. Это они еще не пробили, хорошо. Фига, тролли побежали. Нет, 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 не смей трогать, даже смотреть на это не смей. Задница-то какая. Так, минус энд. У нас скоро 25-ки откатится. Что прям нереально клево. Но здесь великан. Одними Налдор мы будем сносить очень долго. Нам обязательно нужны 25-ки. Избавиться хоть от Мордора. Ой! Плотнее строй! Вот они!
Где он? А, снесли. Отлично. Пожалуйста, сдохни. Штролись только. Да, детка, минус Мордор. Теперь дело за малым. Доковырять гоблинов. Так, здесь уже нет угрозы никакой. Какой мерзкий звук. Эльфы, сюда. Не теряйте бдительности. Пусть умрут. Эльфы, будьте готовы. Битву! Плотнее строй. Строительство завершено. Лучники, держите сюда. Держите оружие наготове. Не щадите их. Внимание! Мы будем стоять до последнего. Смотрите здесь под ноги. Тревога! Быстрее ветра! Следите за врагом. Блин, он еще и на крепости на поставил. Давай. Отбросим этих негодяев. Не щадите их. Верба. Мы будем стоять, я знаю путь. Защитим наш дом. Дело плохо. Не дремать! Давай! Эльфы, будьте готовы. Держите оружие наготове. Мы ждем приказ. Отлично. Это что, он перекрыл просветку тьмой сразу же? Умно. Вы больше не сможете рубить деревья. Из лесных краев вы пришли к вам. Вот они. Мы должны защитить наши леса. Нет. Миркудов, пожалуйста, не трогать. Пошли. Бей врагов. Повезло, кстати, что дракончики мимо проезжают, они заагрились на Миркудов. Так, сейчас всех надо объединить. И расковырять эти здания. Небо потемнеет от стрел. Никого не щадить. Тьма смущается. Проверьте луки. Целься! Никого не щадить! Небо потемнеет! Снести постройку! Внимание! Плотнее строй! Блин, медленно. Цельтесь точнее! Все по местам! Лес! Чернолесья! Проверьте луки! Рушите здания! Зараза, как же неудобно! Отходим! Отходим, отходим! Встать в строй! Цельтесь точнее! Урон минимальный луки. Просто. Начать стрельбу! Блин, великана! Небо потемнеет от стрел! Лучники, сюда! Не сработай, пожалуйста. Зайдись точнее. Отходим. Пошли. Будьте начеку. Они атакуют издали. Встать в строй. Враги страшатся наших стрел. Вы больше не сможете рубить деревья. Никого не щадите по местам. Нет, ладно. Я думаю, они справятся. Встать в строй. Сами там. Все под деревья. Снести постройку. Плотнее строй. Луки к бою. Лучники чернолесья. Верьте луки. Да, справятся. Не стрелять. Встать в строй. Может мне вот так сделать? Интересно, сдохнет великан этот или нет? Все-таки огонь. Нет, это его не дамажит. Понятно. Цельтесь точнее. Лучники чернолесья. Из лесных краев мы пришли к вам. Вот они. Так, нужно его застрелить. Будьте начеку. Все по местам. Уходим. Не останавливаться. Луки. Он мне еще и землю перекрыл.
Я вроде как все равно с бафом стою. То есть только частично перекрыл, что ли? Никого не щадить. Господи, блин, столько всего тут валится с неба. Плотнее строй. Начать стрельбу. Небо потемнеет от стрел. Никого не щадить. Целься. Не дремать. Встать в строй. Где-то должен был быть еще один отряд. Мирквидов. Вот-вот важный вопрос. Вопрос на засыпку, я бы даже сказал. Где? Ну-ка, иди сюда, я вот построим. Сдолбался уже. Цельтесь точнее, плотнее строй. Лучники Чернолесья, не дремать. Просто уже нет сил. Все по местам. Небо потемнеет. Вижу. Охренеть, это что за сейчас... Эй, алло, а может хватит? Охренели. Пожалуйста, вот это вот. Блин, мне сейчас на Алдор придется отстраивать. Здрасте. Все, минус один отряд. Охренеть. Не, ну серьезно, типа, вы чё? Побежали в крепость, пиздец. Нет слов. Нет слов. Кроме матерных, конечно же. Матерные, да, есть. Просто дерьмище какое-то. Будьте готовы. Внимание, будьте начеку. Плотнее строй. Будьте начеку. Ёбаный великан. Луки. Эх. Так, ладно. Внимание, мы улучшили казак. Как же ты бесишь. Начали. Давайте поедем. Убежали обратно. Куда-нибудь. Встать в строй! Жесть. Пошли! Лучники Чернолесья! Лучники, сюда! Будьте начеку! Меняем позицию! Город растет! Встать в строй! Не дремать! Ты иди сюда! Не стрелять! Сигнальный бой! Они меня благополучно заебали! Вот они. Дай мне сигналку, пожалуйста! Будьте начеку! Ты тоже сюда пойдешь. Сейчас сигналки себе заберем все. Цельтесь точнее. Луки! Занять постройку! Так, на удовочке. Не дремать! Вижу цель! Ёб твою! Так, нам надо будет больше на удовочков. Смотрите под ноги. Будьте начеку! Пожалуй, так, я этих спрячу. О, боже мой. Началась битва. Наши копья кованы в Мидланде. Постройка в наших руках. Где будет? Плотнее строй. Готовьте инструмент. Мы поможем вам биться против Саурона. Внимание! Охренеть. Дай сюда, иди. Будем бдительны. Текс, вы бегите. Я даже не знаю куда. Ладно, пусть здесь стоят. Пусть отвлекают врага немного. Я не знаю, зачем я этих энтов призвал. Насколько я вижу, они тут ничего не смогут сделать. От этих избавиться еще. Луки! Отвлекаем противника по максимуму. Мы поможем вам в этой войне.
Минус один работяга. Так, это тоже мое. Слава тебе, Кришна, что они остановились. Почему-то мне кажется, что я бы долго не прожил, если бы они сейчас все в атаку пошли. Может, я отсюда смогу напасть? Так, я понял, отступаем. Видите сюда, все сигналочки сейчас будут наши. Идем выше. Защитим наш дом. Так, тут что-то пошло не так снова. Следите за врагом. Внимание! Нам нужен еще один отряд на удар. Луки! Спрячем их там. Они пошли в атаку. Боже мой. Мы должны защитить наши леса. Не привлекайте внимания. Так сделаем. Внимание! Нужно вышку поставить. Нет, господи, стой-то какой. Они рвутся со стены. Враг хочет... Это моя сигналка. Хрен тебе, мразь. Пожалуйста, ну, в смысле, я же сказал, что хрен, сгори. Супер. Будьте начеку. Так, что-то пошло не так. Вот они. Луки. Лучники Чернолесья. Захвачено. Захвачено. Хорошо. Цельтесь точнее. Все по местам. Луки. Сюда. Меняем позицию. Цельтесь. Серьезно. Эта скотина настолько уже обнаглела, что рабочего сюда притащила. Прекрасное место. Цельтесь точнее. Это как вообще, блин, работает? Держитесь! Не теряйте бдительности. Оружие к бою! Так, это мое. Окей. Найс. На защиту эльфийскому сауру. Не дремать! Так, эти восстановились. Встанем здесь! Крушите здание! Эльфы, будьте готовы! Пожалуйста, убейте его. Отлично. Так, все наше, все наше. Замечательно. Рабочего сюда. Держите оружие наготове. Просто задолбал. Смотрите по этот ноге. Бот. Будем бдительны. Не теряйте бдительности. Будьте начеку. Я надеюсь, что я убил ему рабочего. Оружие к бою! Блин, мне до сих пор денег-то не хватает. Ну, ладно. В защиту Дол Гулдор скажу, что у меня не так уж много экономики, по сути. Чего? Господи, тролль! Что ты здесь забыл? Это место нам не подходит. Начинаем строительство. Надо вышку здесь поставить. Вот прям вот здесь вот. Будет клево. Ну, все, он сдох. Хорошо. Небольшая пачка, но все же это пачка. Мы должны защитить наши леса. Три отряда на Элдор. Замечательно. Давайте еще мир куда-то сюда. Встать в строй! Ой, что-то пошло не так. Лучники, ну, сюда! Постой-ка. Правительство окончено. Следите за врагом. Будьте начеку! Не отступать! Только прикрыл глаза. Нет, только не здесь. Прекрасное место. Это, скажем так, будет на всякий случай. О, кстати, а мне на руку то, что... Я позахватывал сигналки. Ну, не только очевидное на руку, то, что обилки быстрее откатываются, а и то, что он теперь отправился в разные стороны, чтобы перехватить все. Защищайте постройку, говорит. А что он мог захватывать? Вот эту? Издалека прям.
Сбили цель. Замечательно. Я думаю, оно того стоит, потому что их прям слишком много. Так что мы вот так вот сделаем. И вот так. Не добил. Просто нет слов. Стрелом добью тогда. Знать строй! Вроде ничего. Луки! Пора за работу! Так, вышку сюда. Берегите стрелы. Отходим. Скажи, что ты будешь стрелять, пожалуйста. Да. Замечательно. А сюда тоже будет. Клево, клево, клево. Устроим засаду. Не отступать! Здание сбрили. А, ну ясно, понятно. Это ненадолго. Получается. Хорошо. Зацените скорость отката, кстати. По сути, уже откатилось. Ой, ну ладно, я сейчас херню ляпнул. Я имею в виду, уже много откатилось, я только что юзал. Нет. Только не умирайте. Глупцы. Началась битва. Будьте начеку. Встать в строй. Начали. Вот это снесем. Пожар не смог каркас добить. Я готов. Люблю свою работу. Так, добили экономику. Оружие к бою. Идем дальше. Деньги нам не помешают. Я уже больше чем полчаса дерусь. И то чувство, когда мне не помешают крипы какие-нибудь. Потому что денег пипец как мало. Нужно сделать все грейды, штампануть копейщиков. Больше миркудов, разумеется. Рабочего поближе сюда притащить. Да, время строить. А мне повезло, что он Фокси Тента. Ой, быстрее, пожалуйста. Половина 25-ок уже готова. Энты еще не закончились, уже четверть энтов уже готово. Шикарно. Обстрел я совсем недавно юзал. Юзаем снова. Сигналки топич. Хорошо, что я их захватил. В смысле, что мы там... Ой. Без проблем. Го. Господи, все везде стреляет. Куда ни глянь. Луки! Отходим. Встать в строй! Наши копья кованы в Митланде. Будем бдительны. Так, это все наше. На защиту эльфийских земель. Продолжаем. Так, нет. Зачем мне это? Статуи надо сделать. Сначала статуи, затем энтмуты. Или энтмут, то есть. Да. Куда бы мне... Я, пожалуй, здесь его построю. Здесь более безопасная точка такая. А потом уже посмотрим. И... Что можно сделать еще, например, снизу построить. Так, эти копейщики пусть тусуются. Блин, почему так мало бабла? У меня столько экономики. Алло. Где деньги? Кто-то ворует из моей казны, что ли? Там голум где-то заныкался.
Я ж пол карты засрал малорнами, алло. Лучники Чернолесья. Почему Долгулдур такое дно, а не крепость? Даже не знаю, делать ли еще копейщиков. Этот задрал мои статуи сносить. Скотина. И это надо еще. Или это. Вообще это. Да, меньше всяких вышек на крепости. Будет хорошо. Давайте размениваемся. Куда? Чёртовы самоубийцы! Куда вы попёрли? Так, снесем рабочего. Я надеюсь. По крайней мере. Да, возможно, снесем. Проверьте луки! Захватил постройку! Ломайте! Средиземье в опасности! У нас так-то потери. Но это минус крепость. А это меня сильно радует. Делаем клинки. На нас напали. Мы принесли минное... Боже мой. Я просто не могу передать все масштабы моей радости. Будьте начеку. Встать в строй. Как же это было потно. Отлично, затащили мерзких полутроллей. Грейды рулят. Мы чернолесские лучники. Лучники Чернолесья. Куда? Ну вы, почему они вечно в ближнем бой прут? Отходим, там огонь. Плотнее строй. Внимание! Один паук, скотина, уже догрызает второй малорн. Откуда в него столько влезает? Он же такой маленький, два здания сожрал. Ну, женты не нужны, но хрен с ним, построю. Как же грустно, что не остается после матча Древобород. Так, у нас последнее здание. Сейчас посмотрим, что там по войскам. Чтоб все были с грейдами. Ну да, в принципе. Ладно, вот это сейчас снесем. Или нет? Ой, ну, конечно же, там великан. Надо его выманить из-под вышек. Нам еще придется попотеть, пока мы это снесем. Две вышки. Не хочется терять воинов. Вообще ни одного не хочется терять. Блин. Зараза. Ладно, убегаем отсюда. Так, хорошо. Лучники Чернолесья. Может, дракош смогу сжечь? Нет, они слишком толстые. Кто? Что? Где? Как? Ниндзя какой-то приперся ко мне на базу. Ну, пошли. Лучники Чернолесья. Плотнее строй. Часть войск подохла все-таки. Цель здесь точнее. Никого не щадить.
точнее. Все по местам. Залп! Внимание! Рушите здание! Серьезно, ты сдаешься сейчас? Проверьте луки. Ну спасибо, что сэкономил мне 15 секунд. Станем здесь. О, как же потно! При том, что это предполагалось, что будет простой матч. Три героя без армии всего лишь напали. Кредит еще больше вырос. Но благо теперь можно авторасчет делать постоянно. Так, значит, здесь какая-то заварушка происходит. Идем сюда. Что у нас с Халдером? Халдер идет сюда, потому что эта территория гоблинов мне сильно мешает. И мы, в принципе, движемся к минус одному боту. Да если мы сейчас это сражение выиграем, а чисто теоретически мы должны затащить авторасчетом. Хотя героев много, не знаю, как это работает. Но все же. Так, и пойдем сейчас. Блин, у них большие армии. У них очень большие армии. Хм. Давайте сохранимся сейчас. Ролик уже подходит к концу. Но мне бы хотелось попробовать все-таки себя в Helm's Deep, выгнать отсюда ботов. Единственная проблема в том, что я не уверен, где я заспамлюсь. Где я появлюсь, короче. Надо излечиться от этого сленга идиотского. То есть, если я появлюсь в окружении ботов, я легко проиграю. Если же как-то по-нормальному, то у меня неплохая пачка. Очень даже неплохая пачка. Арвен может неплохую часть войск убить. У меня есть станилка. В целом все более-менее норм. И плюс я хочу попробовать авторасчет. Вот там вот. Просто я в шаге от того, чтобы снести Мордор, и мне прям не терпится. Так что давайте мы сейчас сходим. Я, скорее всего, следующий ролик начну... А, Глора отбросили. Следующий ролик начну с сохранения. Ну-ка. Так, ну это минус. Здесь, наверное, даже проще будет сражаться так-то. Ух ты, все на Ривендел напали, гады. А что у меня там? У меня без грейдов. Там придется сражаться. Давайте просто по приколу все авторасчет сделаем. А в следующем ролике вы узнаете, как все на самом деле произошло. Ну тут понятно, что победа. Тут тоже без проблем. Да. Вот здесь вот. Ну, тут не такие большие армии, только у Арагорна большая пачка. Но там, смотря, все будет зависеть от того, как я заспавню. Блин, как я появлюсь, короче. А, я не могу здесь же сражаться, точно. Блин, ребят. Хотя я знаю, как мне отбиться легче. Можно из Изенгарда перекинуть часть войск. Я сейчас проиграю на авторасчете. Да. Да.
Ну, это не проблема. Я могу еще на 300 где-то 60, кажись, предела закинуть сюда войск. Давайте даже мы загрузимся заново. Прям, чтобы сразу же понять, как оно все получится. Значит, у нас, да, 360 предела. В крепости нам много оставлять войск не нужно. То есть, я думаю, что мы можем оставить Миркудов, которые без грейдов. Или вообще всех Миркудов забрать. О, нормально, да, нормально. Оставляем здесь Глойна. Так, батя идет. Все идут туда. Окей. Го. Ой, я сказал Глойна, Глора. Я уже устал. Так, ты уходи. Отлично. Ты тоже. Вали. Ты тоже вали. Дальше. Вот это, конечно, мы оставим под конец. Здесь придется делать авторасчет. Очень грустно. Блин, мы проиграем! Да ёб твою мать, почему? Черт возьми, а как же мне выиграть-то? Вот это отстой. Gap of Rohan. Блин, надо... Придется, короче, гуглить, как мне эту ошибку решить с этой картой. То, что она у меня вылетает постоянно. И сражаться в реал-тайме. Ну, то есть тут понятно, что я буду снова загружать. Давайте посмотрим, каковы шансы здесь на авторасчете затащить. Походу тоже невелики, потому что апгрейдов у нас нет, а тут пачка большая. Да. Но в целом, я думаю, Ривенделл мы должны выиграть. Ну, а даже если нет, то мы скоро выведем из строя одного бота. У нас очень много проблем решаться сами собой. Как минимум, здесь минус бот будет. Здесь у нас нет Мордора. Нет. Вот этот исчезнет. А где у нас еще есть Мордор, кстати? А, вот, КЧ свалит. Это три. А, и этот. Ну, этот не представляет угрозы. Ладно, ребят, всем спасибо за внимание. Длиннющий какой-то ролик получился сегодня. Надеюсь, вам зашло. До встречи.